То есть вы утверждаете, что все-таки просто друзей принимаете? Друзей. А люди ходят по квартирам и стучатся. Скажите, где у вас реабилитационный центр? Так и спорят. Дмитрий, который арендует квартиру на первом этаже, говорит, что просто приводит в дом друзей. А жители подъезда уверены, там центр реабилитации для бездомных и алкозависимых. Владелец квартиры всегда сдавал ее неблагополучно, но хуже еще не было. То есть они всю ночь вот на крылечке стоят, разбираются, матерятся, дерутся. Всю ночь. У меня в 5 часов надо вставать на работу. Я каждый час это самое подскакивала. Идут, пьяные идут. Это самое, ну, в общем, покоя нет. Причем идут не поодиночке, группами. По подсчетам жителей в этой квартире одновременно проживает от 15 до 20 человек. В подтверждение того, что здесь именно реабилитационный центр, жители показывают на россыпи объявлений вокруг дома. Да и собственник квартиры проговорился. Как он это объясняет, что там происходит? Действительно там реабилитационный центр? Там действительно реабилитационный центр. Это даже собственник сказал, что ну да, тут вот, мол, живут люди, которые нуждаются в помощи. А вот этот вот, по-моему, Дима его зовут, не знаю точно, он никак не объясняет. Ну да, вот, ну маленько пошумели, это называется у них. Так это называется и у полиции, которая, по словам жильцов, даже перестала приезжать на вызовы. Обращались и в администрацию района, и в госинспекцию, ответов нет. Юрист Юрий Котло утверждает, что такие реабилитационные центры в квартирах встречаются нередко. И в российских судах уже есть примеры решения таких проблем. Данный вид деятельности уже подходит под оказание гостиничных услуг. И существуют правила оказания гостиничных услуг, существуют требования, повышенные требования к помещению. Соответственно, должно быть такое помещение зарегистрировано, свидетельство получено. И санитарно-гигиенические нормы должны соблюдаться. При нахождении 15 там, человек, условно, вот как была информация в помещении, там, двух-трехкомнатная квартира, эти нормы нарушаются очень сильно. Обратиться нужно в прокуратуру или напрямую в суд. Главное доказательство. Прийти с проверкой нужно именно в то время, когда условные реабилитанты находятся в квартире. Но пока нежелательное соседство неизбежно, жители используют свои меры защиты. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком.